куда вы что представляете? Я проклинаю всех сотрудников, которые меня останавливают. Все их рода проклинаю. Упаси вас Господь. Упаси вас Господь останавливать рода, которые вам говорят, что мы живем в природном праве. Вы же человек. И вы человек. Да. Вы чело это. Вы экологический человек. А я живая. Все у меня правильно. В крови золото. Все правильно? Золото у вас в крови? Да. Проверили уже. Документы ваши покажите. У меня нет документов. Все? Я не разрешу вам движение на этом транспорте. Я сейчас на Красную площадь поеду. И что? Если еще непонятно вам, тут Кремль объяснил, то я сейчас обратно поеду мне, на Красную площадь. Мне никто ничего не объяснял. Вот наша родовая книга, по которой мы живем. Игорь, да? Игорь, если ты не в чине, я с вами разговариваю, как с Игорем, то вы должны снять фуражку. Если вы в чине, то вы должны мне сказать, что вы извиняетесь и прощаетесь. Всего доброго, до свидания. Я? Да. Не буду такого говорить даже. Я не поняла, вы что тут решили, мне войну устроить? Кто вам войну устроил? Ты устраиваешь, вы устраиваете мне войну. Кто устраивает войну-то? Вы на каком основании сейчас меня задерживаете? Еще раз вам говорю, вы не имеете права управлять транспортным средством. Вы не имеете права меня останавливать, без, у нас своя регистрация, без понимаете? Государственных сейчас регистрационных знаков. Не я, а вы. Еще раз вам говорю. Не я, а вы. Документы ваши. Я говорю, отойдите от моего транспортного средства. Мы ведем свои личные записи своего рода. И мы нигде не зарегистрированы. Вот наша частная неприкосновенная. Фамилия есть у вас? Нет, мы без фамилии живем. Вы не слышите, мы по именам живым живем. И отчества вашего нет? Нет у нас отчества, это кличка. Вы же сказали, вас родители назвали Инга. Но у меня есть имена у моих родителей, а не клички, понятно? Хорошо. Я не играю с вами в военный театр. Я вас как должен пробить? Я требую предъявить документы на пистолет, иначе вы пираты. Кто вам дал разрешение на ношение оружия? Я требую психологически от психиатра справку, что ты имеешь право, вы имеете право, каждый из вас носить это оружие. Это видео сейчас в YouTube будет выложено, у вас потом...